В Расторгуевской библиотеке не только дети занимаются творчеством, но также и их родители. В рамках проекта «Мамино хобби» открылась выставка работ Ларисы Судаковой. Вот уже более 3 лет она увлекается вышивкой бисером. Любимая тематика Ларисы – цветы и природа. Как говорит мастерица, цветок обладает множеством разнообразных деталей, строения и окраски. И только бисер может так четко подчеркнуть эти особенности. Вышивать она начала после того, как дочка школу закончила. Появилось свободное время, и мама увлеклась творчеством, причем сама никогда, говорит, не рисовала, никогда даже не вязала. А вот бисер ее увлек, и такие очень качественные и творческие работы. На сегодняшний день в ее коллекции 30 работ. Свои картины Лариса очень часто в качестве подарка преподносит родным и близким. Самое любимое для нее – это вот лебеди. Она их сделала 2 года назад. И вот, как она говорит, очень большое наслаждение испытывала, когда она эту работу закончила. Потому что работа творческая, нежная такая и, как она говорит, душевная получилась. Экспозиция продлится до конца августа, но проект «Мамино хобби» продолжается. Ведь кто-то любит вязать, вышивать, кто-то делает интересные поделки. Сотрудники библиотеки активно призывают участвовать родителей и показывать свое мастерство.